Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем светильник «Захватчик миров». В набор входит наждачка, фонарик, детали конструктора и подробная инструкция. Каждая деталь в плашке пронумерована. Вспомогательные инструменты используем при извлечении мелких и тонких деталей из плашки, а также в сборке модели. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. Здесь вы найдете запасные детали на случай, если они сломались или потерялись. Здесь вы найдете расположение нужных нам деталей. Для таких неровностей используем наждачку. Обращайте внимание на расположение детали. Обращайте внимание на направление элементов детали. Направления элементов этой детали отличаются от предыдущей. Обращайте внимание на расположение детали. Здесь также обращайте внимание на расположение детали. Обращайте внимание на расположение детали. Обращайте внимание на направление элементов детали. Направления элементов этой детали отличаются от предыдущей. Обращайте внимание на расположение детали. Здесь также обращайте внимание на расположение деталей. Будьте внимательны, детали имеют свою последовательность и отметки.
одной стороны деталей должна получиться прямая стеночка, а с другой стороны скошенная. С другой стороны собираем по аналогии в зеркальном виде. При вставке детали надавливайте на ее края. При нажатии сверху вы можете ее сломать. Обращайте внимание на расположение элементов. Обращайте внимание на отметки и расположение деталей. В каждый паз вставляется по два элемента.
обращайте внимание на отметки и расположение деталей. В каждый паз вставляется по два элемента. Крайний паз должен остаться пустым. Деталь под номером 49 вставляется в деталь под номером 48 в разных расположениях.
вторую опору собираем по аналогии. Обращаем внимание на отметку и расположение деталей. Со второй опорой проделываем то же самое. Деталь под номером 49 вставляется в деталь под номером 48 в разных расположениях. Обращаем внимание на отметку и расположение деталей. Берем опору с неровным краем.
черта на детали под номером 64 должна быть параллельна детали под номером 63. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Батарейки в комплект набора не входят. Купите их или достаньте из пульта от телевизора. Подойдут батарейки типа 3А в количестве 3 штук. Вставляйте фонарик, немного прокручивая его. Готово! У собранной модели двигается и фиксируется голова, а также у светильника подвижные опоры.
При желании модель можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на соцсети Lemma Toys и будьте в курсе всех наших новинок. Пока-пока!